Techno, deine Möhne, sollte bei dein, sollte teu sein. Ey, weil Olof, musst du jeste, kennen zu wein. Андрей Горшков, как локомотив региональной экономики, ну или хотя бы муниципальный карельский рэп, мог бы помочь раскрутить наш регион. Диски могут разлетаться в том числе и как сувенирная продукция, как те же открытки по всему миру. Это да, людям будет интересно, а что же такое в Карелии? Интересно туда приехать и посмотреть это своими глазами, углубиться в историю, познакомиться с национальными особенностями, кухней и так далее, и так далее. То есть здесь сразу можно проследить целый культурный маршрут, как раз который формируется точечно на этих творческих индустриях. Музыкальные проекты, городские кластеры и туризм, творческие индустрии – это прежде всего бизнес. Как использовать этот ресурс развития территории, обсуждали в Петрозаводске. Одной из составляющих большого собрания была секция, рассказывающая об опыте проекта «Объединяя креативность». Конференция научно-практическая, значит, говорили о деле. Карелии уверяют, есть что рассказать и показать. При этом участники признают – это только начало. Если творчество – бизнес, то оно должно быть качественное, чтобы выигрывать конкурентную борьбу. А понимание, что такое хорошо и что такое плохо, отсутствует. Это должно услышать очень глубоко Министерство культуры и туристические компании. И самое главное, должен услышать наш малый и средний бизнес и законодательная часть нашего общества. Законы должны помочь нам осуществить вот этот постулат, который уже записан в основу государственной культурной политики. Сегодня этап сбора информации, исследования рынка, аналитики и обмена информацией. Для этого и проводятся встречи, устраиваются мозговые штурмы.